Гора Тхач переводится как «рядом с Богом» или «до Бога рукой подать». И сегодня мы, активисты Общероссийского народного фронта Краснодарского края, попросили Бога о том, чтобы Он дал народам России мир и спокойствие, ибо любая цивилизация, самое главное, является это мир. А мир в России обеспечивает наш лидер Владимир Путин. И мы попросили для него сегодня космической энергии, чтобы он мог побеждать врагов России. Мы знаем, что пока в России такой лидер, как Владимир Путин, Россию никто и никогда на колени не поставит.